хорошо доехал? Привет, Олег, мы до телефона пообщались. Не передать словами, я очень рад оказаться именно в этом клубе. Спасибо большое руководству клуба за оказанное мне доверие, интерес ко мне, тренерскому штабу. Я очень рад. Буду делать все, чтобы не подвести как руководство, так и тренерский штаб, так и наших болельщиков. Переговоры не так-то и долго шли, но фактор, который сыграл в первую очередь, это интерес Леонида Викторовича Слуцкого, да, и само руководство казанского клуба. Долго не думал, сразу же принял решение, то, что Казань и только Рубин. Это жизнь, это футбол, и рано или поздно это должно случиться. Я считаю, что я сделал правильный выбор, сделал шаг вперед, да, и мне, безусловно, нужно очень много работы, чтобы как минимум догнать брата, вот, а дальше уже потихоньку достигать все свои цели, которые я ставлю перед собой.